Декор у нас лодка. Трансфер в декор ожидается максимально суровым. Полтора часа на лодке. Посмотрим, как это будет. Ну, наконец мы добрались до острова. Скажем так, трансфер мне понравился. Все-таки однозначно лучше брать гидросамолет и не мучиться. Надеюсь, дальше будет лучше. Гостей здесь встречают прохладными полотенцами. Hello! И так выглядит ресепшн. У отеля поистине огромная, зеленая и очень красивая территория. Передвигаться на нем лучше на багги. У отеля 3 ресепшена, 3 основных ресторана. То есть он огромный, его просто даже не обойти за весь отпуск. Дерево Баньян 3. Ему более 300 лет. Историческое место в отеле. Всем привет! Мы в отеле Курамати. Это 4-звездочная гостиница с очень большой территорией. От конца до начала острова около 100 км. И также он славится своей прекрасной песчаной косой, на которой можно встречать волшебные закаты. Сейчас мы живем вот в этой зоне вилл водных. Здесь есть отдельный ресторан под эту категорию номеров, свой причал, так что все максимально удобно. Вот, номера разбросаны по всей территории отеля, они разные, и на нашем видео мы посмотрим их практически все. Мы заселились в водную виллу в отеле Курамати. У нас есть просторная терраса. И здесь такая раздвижная дверь, которая ведет в комнату. Вот так выглядит стандартный номер. Удобный диванчик, большая кровать. И сейчас посмотрим поближе зону бара. А, также здесь есть телевизор. Тут карточки отеля. И мини-бар. Точнее, это какой-то макси-бар. Мини-бар зависит от концепции питания. У нас трехразовое, соответственно, он весь платный, кроме чая и кофе. Есть капсульная кофемашина, вода и различные напитки, которые можно купить в отеле. А также здесь есть небольшие угощения, ароматические палочки и, не знаю, что это, видимо, розетки. Отель угостил нас конфетами ручной работы и манго, йогурт, шоколад манго. И тут также внизу есть винный холодильник, а также карта бара, чтобы было понимание, что сколько стоит. Теперь пойдем посмотрим ванну и террасу. Номер достаточно минималистичный, но в целом довольно комфортный. Ванная очень просторная, есть напольные весы, открытая ванна, два умывальника, косметические наборы и просторное зеркало. Здесь также гардеробная комната, лежат тапочки и пляжная сумочка. Ну, там, соответственно, у нас удобство и душевая. И здесь же у нас просторный шкаф, есть гладильная доска, висят халаты, утюг. Так как вилла на воде, есть спасательные жилеты для безопасности гостей. И терраса. Тут есть два вида лежаков и стульчик с креслами. Также здесь спуск в море. Море сегодня непрозрачное, вот по такой лесенке. И вид на сам остров. Также здесь сторона заката, вдалеке видна коса, в которой гуляют гости. Ну и, конечно, главная фишка отеля Курамати. Это такая песчаная коса, на которой самые прекрасные закаты. Thank you.
вечером все выходят погулять на эту косу. Это главное место для фотосессий. Место просто потрясающее. Ресепшенов. Он как раз ближайший к водным виллам. Так как отель большой, здесь 3 ресепшена. Есть магазинчик. И идем в Departure Lounge. Лаунж для позднего отъезда. Здесь можно с комфортом провести время. Есть и камеры хранения, литература. Шампейн лофт. Очень стильное место. Как здесь красиво. И тут же один из бассейнов с панорамным видом на море. В отеле стоят указатели, и мы идем в фуд-бар. Дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал и ставить лайки, а также рекомендуйте видео своим друзьям. И пишите в комментариях, как вам отель, нам это будет очень интересно. А также помните, что мы можем помочь вам в организации любого тура. Обращайтесь к профессионалам для выбора качественного отдыха. Гостям на все включено. Входит одна экскурсия, посещение острова Расду. Такой тут красивый инфинити бассейн. Ресторан Ле Карт барбекю. Это тоже один из идеальных пляжей, но есть волнорез. Очень красивый индийский ресторан, который работает только вечером и требует предварительной резервации. Примерные цены в меню. Тут также есть настольный теннис и дартс. Можно поиграть. Поехали дальше по острову. Мы приехали к спа-центру. Здесь уже шумит вода. Есть бассейн. Такая комфортная зона отдыха. Спортзал отеля. Спортзал большой. Для всех гостей он входит. И вот уже сам спа-центр. Здесь выставлена косметика, которая используется. Есть тестеры, можно все попробовать. И также здесь женские сауны. Зона отдыха в спа-центре. Выходит прямо к морю. Идеальный песочек. Местечко райское. Один из основных ресторанов отеля. Сейчас посмотрим, чем здесь кормят. Это ближайший к водным виллам. Здесь какие-то вкусные бутербродики. Выбор хлеба. Правда, мы пришли под конец обеда. И здесь супчик. И у нас различные салаты. И холодные закуски. Есть нарезки сыров, овощи, также овощи на гриле. Несколько видов макаронных салатов. Овощи в темпуре. Здесь их, видимо, готовят. Мясо, халал. Салаты и различные карбонара. Тут представлены фрукты и есть пудинг.
Ну, неплохие десерты, есть даже пирожные шу, муссовые и различные тортики. Переходим дальше. Тут брокколи с орехами, ананасовый карри, картошка-пюре. Что это такое? И запеканка. Тут различные макароны, лепешечки с карри, говядина, еще говядина. Рыбу видели? Где? Вот она, рыба. Devilfish. Тут есть станции с грилем, где готовят рисовую рыбку. Мини-клуб. Есть одна русскоговорящая девушка. Деток здесь оставляют под подпись. А здесь еще одна зона с брызгалками. Все под тентами. Очень комфортно и продумано. Мини-клуб здесь действительно классный по мальдивским меркам. Есть разные игровые столики. Ресепшн мини-клуба. И вот такая прекрасная комнатка для просмотра кино. И большая открытая площадка. Есть небольшой детский бассейн. И пространство для игр. Также здесь небольшой детский туалетик. Также есть детская комната для сна. Очень классно. Также в отеле есть свой сад, где выращивают зелень, салаты, такие теплицы, грядки. Сад очень большой. Салат. Внизу вода, и земли, по сути, нет. Тут же растет лемонграсс. Все выше подписано. Мы на территории бич-бунгало. Сейчас пойдем посмотрим номер. Номер бич бунгало. Номер достаточно просторный. Мебель не особо современная. В шкафу лежат полотенца. И здесь ванная комната, очень красивая. Есть джакузи, есть тропический душ. Из пляжных бунгало выход в сад. И за садом уже сразу океан. Пляж около бич-бунгало. Самая базовая категория отеля – это бич-вилла. Сейчас мы посмотрим ее. Есть краник, чтобы помыть ноги. Душ тут тоже открытый. Есть даже небольшой садик. Территория, где находится Deluxe Beach Villa. Номер 228. Deluxe Beach Villa. Комната компактная, но мебель более современная. Тут есть гардеробная, и также мини-бар. И ванная комната. Здесь уже есть и ванна, и два умывальника.
своя калиточка. И вот такая зона отдыха. Гидромассажные ванны. А также тропический бит. По этой стороне острова идет коралловый риф. Здесь можно ходить под парусом и заниматься снорклингом. И отдыхать на таких вот лежачках. И посредине острова. Здесь тоже маленький магазинчик есть. Второй ресепшн, основной ресторан и бар. Hello. Маленький главный ресторан отеля. Также около каждого основного места в отеле есть расписание мероприятий, в которых можно поучаствовать. И здесь же дани-бар, где можно отлично провести время вечером, попить коктейли. Налоги все включены сразу в стоимость меню, что очень удобно. И здесь даже есть кальяны. Вон стоечка с кальянами. Two bedroom beach house. Это идеальное размещение для большой компании, около 6 человек. Просторная спальня. Тут шикарный просто выход к пляжу и водным виллам. Мы сейчас посмотрим ванную. Тут, конечно, красота и удобство, и тропический душ. Свой выход к пляжу, стоят лежачки и, конечно же, бирюзовая вода в море. Второй этаж дублирует первый. Здесь в номере будет уже балкон. И еще красивее, на мой взгляд. Здесь уже есть ванна. И немного другой тропический душ. Номер категории Pool Villa. Здесь небольшой рабочий стол, также дополнительная кровать и основная кроватка. Самая главная фишка номера – это вот такой шикарный панорамный бассейн и, по сути, прямой выход на пляж. Очень красиво. А также просторная ванная комната, очень современная мебель. Также видно море и бассейн. Ванная, душевая. Ну и чтобы уж совсем объять необъятное, в отеле таком огромном идем смотреть водные виллы. В воде скат. Дони Уотер Вилла. Виспу. Номера, в принципе, как и все водные виллы, но здесь уже есть свой приватный бассейн. Ресторан Курамати на завтрак. Есть папайя, арбузы, бананы. Бананы, кстати, очень вкусные. Шоколад, кокосовое. Бекон. Рыбка жареная. Скамбики, карамболы. Картошка с карри и рис. Просто жареная картошечка.
восточная лапша с овощами, бобы, грибы и рис, конечно же. Здесь уже овощи и холодные закуски. Здесь красная рыба, несколько видов колбасы. Каша рисовая и что-то непонятное. Как мы любим. Коробочка с различными чаями. Станция, на которой жарят яйца, а также всякие вафли, есть лепешечки, разные виды яиц. А вот немножечко непогоды на Мальдивах. Все равно красиво. Отель провожает нас дождем. Все дорожки размокли. В каждом номере есть зонтик, который можно взять с собой. А дальше у нас новые резорты, новые курорты и масса интересных классных отелей.